Добрый вечер. 3 августа. Видите, даже на Пушкинской сколько людей много. На набережной уже движ на набережной. Время 8:20, а уже поет. Ищи Барбоса. Не, ну на самолете раз и здесь, а теперь вам и в Анапу, и в Москву, и туда. Музыканты, они здесь лишние вообще на набережной. От них такой шум. Их можно было туда опустить, вон туда, на нижнюю набережную. Сейчас подписчицы сидели. Ну не слышно ничего. Вот и орешь, вот, как потерпевший. Взял корм, Барбоса нету. Вчера был. Рыжик найти не может его. Подругу нашел. Это, по-моему, та рыжая бестия со Спартака. По-моему, это она.
Бережи. А где друг? А? Друг еще один. Барбос. Я его хожу ищу сам. Я корм взял, там нет его. А я уже его заснял на видео. Я снял его на видео. А это собака. Вот ты рыжик, что? Рыжик ест, второй. Рыжик медленнее ест. Ну а что, не голодный? А что, зато не скучно. А может, правда, свернуть надо было? Грызу. А ты еще вон широт раскрываешь. Да. И донатов надо. Давай. Не надо. Не, как же. А вы второй раз уже в Крыму, да? Мы в прошлый год были. Ну ладненько, счастливо вам отдохнуть. Спасибо, что смотрите. Взаимно. Ага. Давайте, удачи, увидимся еще. Пошли, рыжик, барбосика искать. Это женщина, которая просила меня в Гурзуф съездить. Про пачку сигарет, может, кто помнит, комментарий. Я приколол, говорю, пачку сигарет с вас. Она, да, привезем. Ну, я прикололся. Я же иногда дуркую. Да я всегда, по-моему, дуркую. Ну, вот они приехали. Там внизу сын пошел ихний. Спенза. Сейчас посмотрим, сколько температуры, и пойдемте дальше искать нашего барбоса. Они тоже взяли щенка, короче. С улицы. 28 градусов без 10-8. Яркие какие цвета на девушках. Молодые, все красивые, да? Согласна. Молодые все красивые. Сейчас фантастич. Судаки пылище, короче. Еще и в центре города там плитку ложат. Как любят плитку ложить во время сезона. 20 минут выезжали из Судака. В Ялте тоже пробки машин немерено, короче. Имейте в виду. В Судаке отдыхать хорошо, базара нету. С семьей. Там и дешевле намного жилье, и еда. Ялта — прогулочный отдых. Приглашаю вас. Чисто вот так. Гулять, дворцы, туда-сюда. А там чисто море, песок, жратва и все. Что это за тема здесь такая? Ну-кась, Айвазовский. Что-то мне вообще не смешно ни хера. Что же они так смеются? Что-то меня вообще не улыбнуло ни хера. Что-то невеселый какой-то клоун. Вот эту музыку заблокировал меня, короче, YouTube снимать не буду. Мне понравилось, но снимать не буду.
YouTube блокирует все, что шевелится, короче. Канатки людей много спускается. Там на реке водопадная. Заработал это. Не знаю, как она называется, короче. Над рекой там трос такой висит. Вагонетка какая-то носится. Туда-сюда, туда-сюда. А, да, да, да. Заработал. Вот видите, я иду навстречу. Навстречу людям. Неправильно я иду. Но меня отсюда снимать лучше. Вот так все люди ходят. Навстречу. Мешает друг друга. Рыжик тормознулся с рыжей бестией. Песик лежит. Люди добрые, помогите, пожалуйста, собрать деньги собачкам на вкусняшку. Вон того пса положили, лейбу положили. Тот песик, рыжик, с кем любит играть, с этим, с ошейником. Пойдемте туда, что ли, пройдем. Ну вот, видите, очередь. Туалет есть. Вечером. Днем нету. Для этого море есть, чё ж. Подписчики говорят, подошли к рыбаку Николая. К Николаю спросили, где Олег с Рыжиком. Он говорит, не видел. Рыжик остался там у часовни с этой рыжей. Пойдемте, дойдем до набережной, до Массандровского пляжа. Посмотрим. Мы там давно не были. Что там? Что там вечером происходит? Обстановочка на Массандровском пляже, да? Башка закружилась. Вода красивого цвета стала. Заметили, да? Как у моря. Ну вот так вот. Короче, народу везде много. Фото-мото. Беременный ангелок ходит. Вот еще один ангел. Кофе попить решил. Собакевич. Вот тоже собачка на руках. Барбоса нету. Кручу головой, нигде нету. Сейчас он под вечер все равно выйдет. Этот город называется? После 23 надо сюда приходить, на набережную. Музыканты уходят. Становится спокойно, тихо в Ялте. И гулять приятно, без шума, без гамма.
имейте в виду, кто любит тишину, приходите после 11, им запрещено после 23:00 веселиться. Посмотрим, что с рекой. Спасибо. На пешеходных переходах вот столько людей. Мало это или много? Давай, шевели колодками своими. Ладно, по Рузвельту уйдем. Подписчики с Дзена начали хитрить. Смотрят на Ютубе, а комментарии пишут на Дзене. Да скачайте вы это, удалите это предложение, скачайте новое приложение. Я же вот пост скидывал там неделю назад с ссылкой на новое приложение. Чё вы гоните? С ноутбука заходите, вообще нет проблем. Для телефона скачивайте свежак. Всегда обновляйте хоть YouTube, хоть Zen, хоть любую программу, где вы там тусите по интернету. Веселое кафе на той стороне. Шашлык дымится, музейшн долбит. Окей, на все у них там. Всегда. Всегда на веселе там. Около морвокзала кафе. Похвала. Кофе на песке. Кофе на песочке. Любимая часовня. Господи, прости нас грешных. ₽95 борщ. Украинский. Столовый по-домашнему. Так, а здесь что у нас? Сейчас, нет. Куриная обычная шаурма 250. Уехали. А вот там, смотрите, думаю, что они смотрят, там плывут человек 10 на этих досках, так аккуратненько плывут, учатся, что ли. Немцы 2 августа должны были уехать. Персик 180, виноград 250, помидоры 70. Сегодня соседка куда-то ездила, ну она пожилая.
где-то уже продают по 15 огурцы, по 25 помидоры, там где-то около центрального базара, в районе, не в самом базаре, там где-то. Вот. Блин, уже 3 августа, как же время быстро летит. Взял я белиш, короче, так есть сильно захотел. Так сильно есть захотел. О, а может надо было плов взять? Блять, сука, слюни текут, короче.